Привет. В общем, допилил немного функционала своему ватметру. На фоне играет Бах. Теперь он может отображать не только напряжение, ток, мощность, емкость и ватт-часы, но и пиковое напряжение, то есть максимальное напряжение, которое он через себя пропустил. Максимальный ток, пиковый ток. Также пиковая мощность, время переключения 5 секунд. И время, когда ток был больше, чем 50 мА. Ну, примерно совпадает. Хотя я еще подбираю константы. Можно переключаться кнопками. Если кнопкой переключиться, то на 10 секунд отображается один параметр. Точнее, одно показание. Вот, например, на 32 сейчас переключится. Ну, плюс-минус. Да. Так, играет у нас Бах. Целый день убил на допиливание функционала. Но в целом я доволен.